Здравствуйте, я Зундыл Ама, гороскоп Зурхай на телеканале АТВ. 23 апреля, вторник, 19-й, лунный день, стихии, дерево, 5 желтых МНГ. День благоприятный людям, года змеи, лошади. В этот день хорошо для освящения и изображения божеств, совершения обряда умножения богатства, возвращения того, что брал, проведения работ дома, привода невесты в дом, помечать место для поселения, заложить основания для жилья в данной местности. Воспрещается ломать деревья, остерегайтесь травм, ушибов. В этот день проходит хурал табын-харюлга, 5 отводов. Чтение 5 ритуалов, отвращение вреда, белозантичная тара, сутра сердца, зеленая тара, белая тара. Название хурала означает 5 отводов, поэтому действие хурала в первую очередь направлено на устранение различных бед и горестей, таких как болезни, убытки, препятствия в делах, плохие сны, злые языки, дурные помыслы, вредоносные влияния извне и тому подобное. Стрижка волос к встрече с хорошим другом. И помните, не происходящее делает нас счастливыми, а наше отношение к нему. Поклонение божествам всем телом. Простирание делает их два этих вида. Есть маленькое, короткое простирание, есть полное. То есть простирание, допустим, раз, два, три, тело, речи, ум, Будды, поклоняюсь, и вытягивается полностью. То есть встает на колени и вытягивает руки. То есть вытягивая руки, поднимает руки, ноги немножко от земли отрывает, чтобы полностью поклоняется, и встает точно так же в исходную позицию. Оно, кстати, и для зарядки очень хорошее.